Ты чего так долго? Значит, босс вернулся. А теперь давай за этим мразью Менендесом. Он винит твоего отца в гибели своей сестры. А еще он винит Вудса. А теперь ему нужен ты. Чувак, по-моему, Менендесу скоро конец. Что-то мне такое мерещится. Из детства, про ночь, когда отец умер. С чего вдруг? Да ну нахрен, надо было посильнее тебе врезать. Вудс дал нам все кусочки мозаики. Осталось только их сложить. Менендес был в Никарагуа. Это мы узнали от Кравченко. Там щербатый Мануэль Нарьега предложил его нам на блюдечке с голубой каемочкой. Одно из преимуществ президента Панамы – возможность использовать армию для своих личных целей. И бесконечно мудрое руководство ЦРУ согласилось на сделку. Белый дом выписал Нарьеге чек на миллион баксов, и все разошлись довольные. А нас отправили в джунгли. Случившееся в Никарагуа было не запланировано. Мы гражданских не трогаем. Все совпадает. Это Рауль Менендес. Я же сказал, он будет здесь. Ваши люди готовы выдвигаться? По первому слову. Давайте. Выдвигайтесь. Не будем херней маяться, парни. Поджарим этого мудака. У нас не такой приказ, Вудс. Его надо брать живым. Я же просил, меня не беспокоить! Какого черта? Тронешь мою сестру, и ты покойник! Жозефина! Здесь у монстра! Рада тварь! Жозефина! Кидыло! Да лука на ремате! ¡Sedante! ¡Téngalo quieto! ¡Rápido! Josefina. ¡Tengo con... ¡Despierta! ¡He dicho despierta! ¿Se lo quito? ¿En silencio? Sí. No somos cuatro para restringirlo. Нас никто не видел. Я спас тебе жизнь. Ты чуть не попал в лапы американцев. Назовем это одолжением. Дороги!
свои. Жозефина, я здесь! Твою мать, Менендес, ты покойник! Сестра Менендеса Жозефина погибла при взрыве? А кто гранату бросил? Я не знал, что она там была, Дэвид. Я увидел Менендеса, и у меня башню сорвало. Фрэнк, у тебя никогда не срывает башню. Что Менендес с тобой делал в Фанголе? Менендес. Он хотел знать, что ЦРУ про него известно. Пытал моих ребят у меня на глазах. Думал, я сломаюсь. Я наблюдал, как гибнут мои парни один за одним. А потом он швырнул нас в эту консервную банку и запер на несколько недель. Так что да, как только я увидел Менендеса, у меня сорвало башню! А ты бы как поступил? Кто эта девушка? Неважно, она не наша цель. Шлюха, наверное.
Люди на Риге приближаются. Пошли. Круто. Давно пора нахрен. Впереди перестрелка! Люди на Риге прорываются через реку. Не хочу я сражаться вместе с этими козлами. Поверь, Буц, парни из картеля крутые. Еще спасибо им скажешь. Пулемет в окне! Здание справа! Бегом! Тирадор!
гору! Прячутся ублюдки! Выцеливай! Парни в окнах! По нам стреляют с балкона! Всех уничтожить! За мной! Стоп! Нет, не может быть. Что? Чертов Нарьего! Его люди должны были взять Менендеса! Твою мать, Менендес, ты покойник! Вудс! Фрэнк! А ну живо соберись! Ты не знаешь, что этот урод сделал со мной в Анголе! Не стоит. Мы же на задании. Он идет к дому. Мы его возьмем. Возьмем вместе. Ну же! Прорывайтесь вверх по лестнице! Захватить двор! Идем уже, твою мать! Снайперы на крыше! ¡Objetivo! ¡Está
Это был последний. Негативо! Вудс, Мейсон, коксовая лаборатория в подвале. Нужно зачистить там все. Ищу любую информацию о картеле Менендеса. Поймайте козла, тащите ко мне. У меня заговорит. У тебя приказ, сержант. Пускай глаз свутся. Снова увидев Менендеса, он сорвется. Не волнуйся, Хадсон, я его прикрываю. Давай побыстрее. Не хочу упустить главный трофей. Готов, Мейсон? Empaquen! Nos vamos! Escuchamos disparo. ¿Qué pasa? Hay extranjeros en toda la villa. Necesitan cargar los camiones. Podemos portar todo. Lo que no podamos llevar, lo quemaremos. Dejen de discutir. ¡Y muévase! ¡Rápido! ¡Fuera de aquí! ¡Muévese! Сраные наркоманы! Хадсон! Выцелил этого ублюдка! Он в доме. Мы идем к нему. Выдвигаюсь! Не надо, Вудс. Мы контролируем ситуацию. Черт, Вудс! Вудс! Живее, Мейсон! Нельзя упустить этого ублюдка! Помедленнее! Твою мать, Менендес, не покойник!
Camión. ¿Listo? 3, 2, 1. Levanten. Фрэнк, все в порядке. Вы видите его. Что случилось, Хадсон? Где Менендес? Вот он, в мешке. С этого момента здесь ничего не было. Всегда проверяй, что объект мертв. Вернулся. Ты еще злой, как черт. Моего отца ему не убить. В этом его давно уже опередили. А вот тебя он мог убить. Так почему ты до сих пор жив, Фрэнк? Будешь страдать, как я. Надоело мне болтать. Иди ищи этого маньяка.